Доброго времени суток. Обзор у нас на перфоратор Milwaukee. Состояние, как видим, хорошее. Комплектация, соответственно, АКБ на нем. И сам перфоратор. Без кейса, без зарядного устройства. Значит, шильдик производства Германия, 19-й год. Имеются, конечно же, потертости небольшие. Видно, что был просто в эксплуатации, но никаким образом на работу это не влияет. Значит, АКБ 4 деления показывает. Включен режим сверления. Отлично. И вот попробуем стол. А собственно удар есть. Посторонних звуков нету, запахов гари также не присутствует. По дополнительным вопросам можете обратиться к нам повторно.